Денис Цыпленков на наших экранах. Весовая категория свыше 110 килограммов. Самая тяжелая весовая категория. Он ждет своего соперника из Дагестана. Вот Насир Халиков в белой футболке. Денис Цыпленков идет без поражений. Он является, напомню, абсолютным чемпионом мира по армрестлингу среди профессионалов. Очень известный спортсмен, бывший стронгмен. Мы помним его выступление вместе под руководством Владимира Турчинского. Насир Халиков постоянно борется в финале национального чемпионата с переменным успехом. Чемпионом мира. Ну, видимо, он проиграл кисть и дали побороться ему, тем не менее. Хотя могли дать победу Денису Цыпленкову, потому что он нарушил правила уже в опасном для себя положении. Тем не менее, появляется дополнительный шанс побороться за первое место. Денис Цыпленков, помимо того, что является большим спортсменом, уже участвует в политической жизни нашей страны, является депутатом муниципального собрания своего района, где он проживает, в Московской области. Да, мы видим, он уверенно победил и занял первое место в этой весовой категории в борьбе левой рукой.